тоже совмещаю анархизм с исламом. Я говорю, ну почему вы, с фашизмом совместим, там то, что Асад, Каддафи, диктаторы исламские, это типа можно от имени ислама там геноцид проводить и так далее. А мы как бы non-violent и против насилия, против геноцида, против расизма и так далее. То есть просто как бы другая организация. И не понимают немножко, что такое вообще анархизм. Ну, как бы мусульмане, они реально являются в современном мире как бы угнетенными капиталистическими странами, буржуазными капиталистическими странами. Их страны грабят, воруют там нефть, развязывают там войны, испробуют разные там садистские просто методы, химическое оружие там в Сирии, много-много другое, вот, и именно поэтому, ну, тоже солидарность как бы такая. Солидарность с угнетенным и другим всяким пролетариям мира. Да, 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 то есть это как бы политический аспект, вот, и то, что вот недавно у меня брали, значит, интервью, русские мусульмане, вот у них сайт, ну, у них как бы там движуха своя, как бы русские мусульмане, те русские, которые приняли ислам, значит, то же самое, когда ты как бы, ну, открываешь для себя исламский мир, ты тоже сталкиваешься с тем, что очень много течений, много сект, и каждый из которых тебя хочет как бы на свою сторону, вот. И если какие-то отклонения в тебе заметят, то будут говорить, там, вот, ты не на истине, это не ислам, это неправильно. Я вот, например, хожу на зикр, отдел вайнахский зикр с чеченцами, загуглите, кто не знает, что такое зикр. То есть это похоже на и на индуистские всякие там киртаны, то, что делают, просто прославляют Аллаха, двигаясь по кругу и так далее. Кто-то говорит, что там музыка и ислам это несовместимые вещи. И, или там поэзия, что да, что музыка харам, то есть такие ортодоксы тоже есть. Вот. В то время как Бекташи, Мевлеви в Османской империи были очень музыкальными мусульманами. И собственно, то, что я из Индии унаследовал, это как бы музыка, это не против, что-то не мешающее тебе не как бы интегрироваться с Богом, а наоборот, музыка это как бы помогает тебе, это звучание твоей души, если ты, как вот, например, то же самое, песни, поэзия, то есть это невозможно человеку запретить, как вот птицам петь невозможно запретить, вот так же и касательно музыки. О, да, и поэтому, да, то, что то, к чему душа как бы лежит, то ты выбираешь. То есть религию выбирает душа. Бог создал один Бог, он создал весь мир, всех людей, все религии. Вот. И каждый, и просто вот у меня душа вот так вот соответствует. У Антона по-другому, у вас по-третьему. Вот. И почему это важно знать? Потому что, например, если вы путешествуете автостопом, да, в каждом городе есть какие-то религиозные секты, которые вписывают. И более или менее, ну, такой ликбез по поводу того, кто такие там кришнаиты, шиваиты, масоны, иудеи, мусульмане, не помешает такой ликбез. Но обманывать не надо. Если вы пришли к кому-то за помощью, вот так вот честно скажите, я атеист или я там ищущий и так далее, вам все равно помогут, все прекрасно все понимают, вот, не надо, вот, и, там, если, например, в незнакомом городе вы пришли к мусульманам, говорите, что я мусульманин, там, помогите мне, пришли в синагогу, там, я бедный еврейский студент, дайте, там, денег или еще что-то, и кришнаитам, там, Харе Кришна, там, и так далее, вот, так делать, конечно, лучше не надо, просто с уважением относиться к другим религиям, спорить бесполезно, потому что все равно они при своем останутся, вы при своем. И потом сам спор предполагает, что ты хочешь его там поменять как-то под себя, короче. Это уже само по себе уже противоречит даже культуре, этике, исламу, что ты и как бы Бог, он как бы всем управляет, он по ту сторону всех форм, всех оболочек, всех языков, то есть он абсолютно как бы вообще непостижимая для ограниченного человеческого сознания как бы субстанция, и как бы, но он всем
что каждым атомом на каждом уровне он как бы правит и управляет. Вот это я, в этом я 100% уверен. Собственно, все, всем вот, спасибо. Добра, здоровья. Да. И тебе, Мир, тоже. Поэтому какие еще вопросы, можно уже потом в частном порядке у тебя будет спросить. Спасибо. Вот, я сделаю несколько объявлений. Вот, и мы перейдем к тусовочке.